С вами Амирхан Адаев, победитель турнира ISA-130. Амирхан, после четырехгодичной серии побед ты уступил в предыдущем бою. Вот как восстановился, сейчас вернулся с победой? Как восстановился, как себя чувствуешь? Чувствую себя хорошо и в плане не устал в этом бою, дышал очень хорошо. Я перед прошлым поединком, я уже рассказывал, я переболел в тяжелой форме коронавируса. И я только выписался, и мне назначили бой именно в плане последствий. Мы еще тогда не знали коронавируса. Оказывается, у меня тахикардия была именно уже в поздних подготовках, когда проверяют бойцов. У меня, оказывается, тахикардия сердца. У меня экстрасистолия называется. Норм – это 2000. У меня было 17 тысяч в сутки. И мне, оказывается, вообще нельзя было выступать. Просто я не хотел подвести лигу и подрался в том турнире. Я устал в первом раунде, и после боя 10 минут у меня пульс не опускался с 150-160. Оказывается, именно в плане сердца билось неправильно. И после этого я уже поехал в Питер, прошел полное лечение. И сейчас уже полностью выздоровев. Я вот сейчас подрался 3 раунда в высоком темпе, постоянно прессинговал, и я вообще не чувствовал усталости. Вот. И я всегда славился функционалкой, и в том бою она меня подвела. Я слышал, именно здесь, именно к этому бою, у тебя какая-то своеобразная весогонка была. Расскажи об этом. Ну, я постоянно часто наблюдаю в Ютубе, смотрю, и также наблюдал интервью Абдулмуата Нурмагомедова, и он рассказывал именно, как у него бойцы гоняют вес. И он рассказывал про финики, я внимательно про это слушал, и вот эти крайние подготовки я использовал вот по его системе, эти два королевских финика. Никогда я не гонял легко так вес, и в плане подготовки у нас была весогонка правильная, но именно эти две финики давали настолько количество прилив сил, что где обычно я бегаю на беговой дорожке 10 минут и устаю, и дальше мне приходится париться, я смог пробежаться и с парилкой 2 часа и даже не чувствовал усталости. И это мне очень помогло именно в этой весогонке. И дальше буду слушать его интервью. И, ну, много полезного на самом деле можно вычесть из этого. Давай немножко к бою подойдем. Такой первый раунд был такой размеренный, изучали, возможно, друг друга. На втором вот была на третьей минуте висячка. Расскажи об этом. Что было в этот момент в голове? Почти 2 минуты соперник был на тебе. Ну, я выиграл первый раунд и чувствовал, что выигрываю второй раунд. Я его разбивал, прессинговал постоянно. И в один момент я допустил ошибку, он зашел за спину. И в этот момент нельзя было именно ложиться на землю. Я встал, и он крестил ноги, а руки я контролировал. И, соответственно, если бы он бил бы, я в этот момент мог бы развернуться, дернуться, а он меня фиксированно держал. И в этом там терять силы, стараться его вытащить, мне нечем. Мне главное было контролировать соперника, держать свою шею в правильном положении и ни в коем случае не падать на землю и контролировать. Соответственно, я ничего не теряю, держу позицию, он теряет свои силы. И я просто этот момент переждал. И концовку мне сказали, типа, скинуть. Зря я это сделал, потому что у меня была травма колена. Я скинул, и у меня хрустнуло колено. Я говорю, зря вы мне это предсказали. Лучше оставили бы там, где 5-6 секунд осталось. Все. Вот такой момент был. Ну, в принципе, я все контролировал. Я много дрался с грэпплерами. И в плане, я не пропускал субмишн никогда в боях. И контролирую именно аспект этого боя, момента. И умею расслабиться, спокойно переждать момент. Твой соперник сделал несколько таких точных, конкретных ударов. Один из первых был правой ногой в лицо. Вот этот момент, когда прям попадает точный, мощный удар, прям теряешься, путаешься. Что в этот момент в голове? Я, вот то, что ты говоришь ногой, у меня, я чуть-чуть выставил руку, она, удар прошел сквозь, и этот удар я не пропустил. А я пропустил бэкфист, но я не дал виду. Я чувствовал, что чуть-чуть баланс сбился, но этот момент нельзя было показать это сопернику. Я просто сдержал баланс и дальше продолжу поединок. Ну, если бы вы смотрели мои бои, наверное, я не знаю точно, у меня были ситуации намного хуже, я и падал. Но именно восстановление у меня, по воле Аллаха, хорошее бывает, я быстро восстанавливаюсь в боях. Даже бывали моменты, которые за счет этого я вытаскивал бои, где я плыл, но за счет контроля ситуации мог переждать момент, а соперник уставал, и дальше я уже свое наверстывал. Ну, в принципе, контролировал момент, был спокоен в бою. Что в твоих дальнейших планах?
Дальнейший бан, сейчас чуть-чуть отдохну, травму надо подлечить. Надеюсь подраться до конца года еще один раз. Это была тяжелая весогонка, была легкая весогонка, но в плане у меня никогда не было такого большого веса, как в этот раз. Я всегда весил 78-77 килограмм, а после коронавируса сейчас за 20 дней до боя весил 85. Но правильная диета, я скинул эти вес. Но, в принципе, надо грамотно подготовиться. И надеюсь, до конца года еще раз подберусь. С вами, Мирхан, желаем удачи. Саламу алейкум, баракаллаху.